Добрый вечер, дорогие друзья. Как вы видели, мы в последнее время занимались хардсерфейсом. Довольно-таки удобный метод и приносящий хорошие результаты. Но есть еще и метод так называемой работы с курвами. И вот эта картинка привлекла мое внимание, этот туториал, и я решил его повторить. С курвами работать надо уметь. Я немножко умею, но не до конца. Поэтому я думаю, что некоторое время я позанимаюсь именно этими самыми курвами. Я скачал туториал 2.91. Вот он. Так. И вот здесь я это дело и попробую. У меня не было здесь еще и... Или только был, а сайсла не было. Вот теперь я сайс установил, как бы вместе 2.9.1. Не знаю, почему 2.9 у меня не поддерживал. 2.9.1 поддерживает. И я надеюсь, что мы с вами эту картинку сейчас создадим. Итак, нам сначала надо создать горшочек, да? Скажем так, один. Выйдем сюда, ну, под один. И вот здесь Shift A. Вот этого раньше не было. Single vert. Vertical. Скорее всего, vertical. Single vertical. Раньше приходилось, как вы помните, делать из различных. Вот он встал сюда. Теперь из различных делать приходилось, я имею в виду, брали четырехугольник, удаляли, оставляли один. В общем, заморочка. Правильно сделали эти ребята. G по X. Так, что он там не сделал? Твоёлки. Единица Е. Вот так. Опять Е. Вот так. Еще раз Е. Вот так. В итоге мы получили заготовку, которую сейчас применим модификатор. Модификатор, где у нас там? Первое это будет модификатор скрю. Вот оно. Скрю. Так. Мерч, скажем. Чтобы не разбегался. Так. Соединился. Далее. Солид применим. Солид. Так, где здесь солид? Солид. Вот он, да. Ну, скажем так. Столько хватит. Я думаю, что да. Так. И третий, как вы уже, наверное, догадываетесь, мы возьмем Subdivision. Subdivision. Ну, два. Очень красиво внизу получается. Сейчас посмотрим, как лучше сделать. Нет, это слишком много. Два будет достаточно. И посмотрю, от чего это зависит здесь. Скрю. Так, это мы не должны трогать. Ноль. Инстанция не влияет. Я думаю, что вот это может повлиять. Это вот мерч. Ладно, мерч оставляем. Вот это. Это вообще никак. Это поверху, потому что идет. Тут 16, да? Так, а что ж тебе тогда надо, дорогая?
столица. Почему ты у меня так выглядишь? Сейчас, секунду. Я подумал. Там была проблема в том, что не с нуля ставила точка, и поэтому такое произошло. Но теперь давайте мы посмотрим, если мы сделаем прозрачность. Вот наши эти. Можем этим самым менять форму как угодно, да? Так, так, так. Ну, не знаю, мне в принципе форму устраивает, не знаю. Может быть, вот так чуть-чуть. Так вот сделать, да? Ну, тут любая, в принципе, может быть она. Так, если мы хотим более жесткую здесь сделать линию, то, в принципе, мы можем... Так, ну-ка, Ctrl-R. Вот он. Да? И потащить ее сюда, допустим, да? Вот так. То же самое сделать здесь. Ctrl-R и потащить эту штуку сюда. Таким образом у нас более жесткий станет вот этот угол. Ну, конечно, при желании Ctrl-R еще здесь. ESG. Можем сделать здесь. Вот так вот. Жестче. Ну, тут я не знаю. По желанию Ctrl-R еще. Можно еще жестче сделать. Так. Итого, если мы это уберем, ну, получили хорошую такую симпатичную базочку. Так, окей. Ну и чтобы была как бы землица здесь, да, мы возьмем с вами, сделаем Ctrl, Shift A, возьмем циркл. Так, что-то странно он себя повел, этот циркль, секунду назад, скорее всего здесь было выбрано, да, не нужно выбирать, теперь вот Shift A, Mesh, циркл, где он там, GPZ, вот сюда я, и расширяем S. Это много. Давайте опустим. Еще, наверное, G по Z, то, ну, где-то вот так, наверное, и S. Тоже вот так сделаем. Перейдем в Tab. Так, и скажем F. Все. Вот у нас получилось такой горшочек. Можем еще раз зайти сюда. Выделили объект мод, сюда перешли. Я к тому, что... Давайте посмотрим еще отсюда. Может быть, чуть-чуть ее. Ниже. Вот так, расширить чуть-чуть. Ну и все. Она готова. Ну а теперь, дорогие друзья, пора бы заняться нам и листочками. Цветочками. Так, это нам нужно Shift A, мы из него возьмем патч.
Патч выдвинем по иксу. Вот он. Значит, он маловастенький. Давайте мы S тоже по иксу скажем. X. Вот так. К примеру. Ну, может, многовато. Вот так. Подвинем. G. Тоже по иксу. Вот так. Хорошо. А здесь мы сейчас выберем с вами циркл. Тоже курвистой циркл. И выдвинем его. G по X тоже вот сюда. Так, может, сделаем побольше чуть-чуть. Ну, достаточно будет. Так, и вот теперь здесь геометрии. Во-первых, мы скажем деп. Примерно вот так, да? Потом пойдем в объект. Объект, скажем, это у нас вот этот. Вот он у нас связался, скажем, закрытый КП. Вот так, закрыли. Ну и теперь мы можем сделать следующее. Мы возьмем сейчас вот этот и скажем, что радиус у него будет маленький. То есть вот сюда сведем, а вот так. И то же самое сделаем здесь. Радиус немножко уменьшим. Вот такой листочек получим, так? Ну, теперь давайте придадим ему форму тем, что мы выберем вот этот. Скажем, вот этот и этот, давайте мы его потянем по Y, G по Y, вот так вот сюда, вот так, да? У этого мы скажем S по Z, по X, вот так, по острее сделаем, тут тоже S по X. И чуть задвинем G по X, ну, по Y. Таким образом мы вот сделали вот такую травиночку. Это был небольшой сбой в программе. Значит, смотрите, если мы возьмем вот эти два, выделим и скажем, что нам subdivision, мы поставим еще одну точку, с которой мы можем также работать. То есть выгибать уже как нам хочется нашу эту. Таким образом добиваться нужного результата. Ну, окей. Теперь мы ее выделим. Пойдем вот сюда. Snap to face. Говорим про put элементы. Нам будет легче тогда ее присобачить. Немножко не так, наверное. Секундочку. Почему-то не хочет он приклеиваться, да? Ну ладно, попробуем так. Так, смотрим сверху. Ставим примерно сюда вот. Потом скажем объект set origin 3D курсор. Тогда будет легче нам с 3D курсором. Это будет сверху, если мы смотрим, семерка, shift D, так, и разворачиваем R по Z, так вот, shift D тоже сюда, RZ, то есть выставляем эти, делаем поменьше чуть-чуть, так, смотрим опять сверху.
То есть это уже, ребята, на ваше усмотрение. Shift D, R. Как хотите, так и делайте. Ну вот, используя инструменты курвы, мы с вами вот такую штуку сделали. Останется только еще дополнительные какие-нибудь аксессуары. Там стакан с водой, по-моему, был. Сейчас в следующем видео обязательно сделаем.